Ахшам шерифлеріңіз қайырлы олсын, үрметлі телесердилер. Эфирде «Юрт нефесі» программасы. Ве бізім бүгінкі мұсафырымыз рессам, языджы, культурная хроника интернет-нешерінің баш муарері Шевкет Кешфединов. Шевкет, студиямызға қош келдің. Сау болыңыз. Шевкет, айпет местің бізлер русчаға кечеміз, и я так думаю, что в результате того, что мы с тобой знакомы почти 100 лет, мы можем себе позволить эту вольность обращаться друг к другу. Но я, по крайней мере, могу обращаться к тебе на «ты», с твоего позволения. Конечно. Шевкет, как началась твоя художественная деятельность? Давно началась, с самых юных, вот как вы сказали, про 100 лет знакомства. Где-то там было знакомство, и там было начало карьеры художественной. А, ну, вернее, это, наверное, были какие-то склонности. Это была сначала художественная студия, потом студия уже покрупнее, потом это был университет. Ну и, соответственно, вот все необходимые ступени для получения профессионального образования. Но если говорить о карьере как о карьере, то в 2010 году первая выставка, потом это была солидная площадка, Симферопольский художественный музей. Выставку проводил фонд Николая Рериха. Мы делали зарисовки города Симферополь. Каждому досталось свое. Мне досталась музыкальная школа на улице Чехова. До сих пор помню, 10 лет прошло. И эта работа у меня на почетном месте в доме, потому что с нее, несмотря на то, что были какие-то мелкие выставки и до этого момента, но вот с 2010 года с этой работы я как бы уже отмеряю свой профессиональный путь. Но при этом сказать, что вот я себя чувствую художником состоявшимся на сегодняшний момент, я, конечно, у меня язык не поворачивается, так сказать. Почему? Мне нравится твое выражение. Пишущий художник, рисующий писатель. Да. Вот знаете, вот удивительно, то, что касается литературного труда, писательского труда, у меня здесь сомнений никаких нет. Возможно, это прозвучит нескромно. Я вообще считаю, что скромность она украшает тогда, когда больше украсить нечем. Поэтому, как бы, знаете, вот писатель я к себе примеряю со 100% уверенностью. Потому что я уже мыслю вот образами, формами литературными. Не забегай вперед, пожалуйста. Да, хорошо, я отмотаю. То, что вот касается художественной деятельности, я все еще в поиске. Еще все в поиске. Конечно. Ну, я знаю, у тебя есть картины и в графике, и акварель. Насколько я знаю, акварель — это самое трудное. Ну, я всегда об этом говорю. Да, это гордость. Это высший пилотаж, правильно? Материал. Это да, самый сложный. Я знаю, я не понаслышке, ну, я сама не пишу, но тем не менее я знаю, что акварель и твои картины действительно они заслуживают уважения. Мне я очень приятно. Спасибо вам за это. Да, удачи тебе в этом направлении. А вот как у тебя зарождается замысел картины? Всегда по-разному. Сказать, что есть какой-то алгоритм, которому можно придерживаться, вряд ли. Бывает, смотришь на человека, но ничего примечательного в нем не видишь. Вдруг луч солнца, луч света, и совершенно по-другому заиграл профиль этого человека, глаза по-другому загорелись, и уже начинает рождаться в голове, возможно, эскиз будущего портрета. Или если мы говорим о картинах, они же бывают разного направления. Они бывают фигурная живопись, сегодня очень популярна беспредметная живопись, абстракция. Вот как мы сказали с вами по поводу акварели, что это самое сложное. Абстракция — это самое интеллектуальное направление вообще в искусстве. И у нас часто приводят эту цитату из фильма. Фильм потрясающий, но цитату я эту ненавижу. «Один плюс один», когда, помните, там главный герой описывает картину современного искусства, там две капли на холсте, и он говорит, что вот у человека пошла кровь из носа, и он за это просит там какое-то количество миллионов. На самом деле, сделать, создать абстракцию, действительно настоящее произведение искусства, это очень сложно. И к этому художники чаще всего приходят после работы в жестком классическом направлении, реалистической манере.
ну, как бы самый главный гений 20-го столетия — это Пабло Пикассо. И вот если вы обратитесь к его искусству, вы увидите, что он-то начинал как художник-реалист, у него совершенно узнаваемые портреты, у него совершенно узнаваемые натюрморты, а потом постепенно развивались эти периоды — розовый, голубой и так далее. И он пришел вот к этому направлению, которое у многих непосвященных зрителей вызывает какое-то отторжение, это кубизм. Ну, а уже следующим этапом это была уже абстракция. И поэтому, если мы говорим, ну, о таких вещах, как они зарождаются, я думаю, что это профессиональное видение человека, это его опыт, и это стремление создать что-то такое, о чем можно говорить только, наверное, на художественном языке. Ну да, я тоже так думаю. И не каждому зрителю это, конечно, не каждому зрителю это понятно будет. Это... Поэтому мы, я думаю, с тобой не будем углубляться. В искусство Пабло Пикассо? Да. Я думаю, что и здесь мы тоже не находим, чтобы... Ну, я не думаю, что здесь поддержат нас все, но, тем не менее, с гением Пикассо не считаться невозможно. Невозможно. Согласись, да. Но и, тем не менее, вот твоя художественная деятельность. Есть ли у тебя какие-то, ну, настолько любимые картины, кроме вот той, что ты сказал, «Музыкальное училище», самая твоя первая работа, точка отсчета, да? Mm-hmm. Есть ли такие, с которыми ты ни за что не расстанешься? Я не думаю, что в жизни художника есть такие картины, с которыми он прям вот, ну, не готов расставаться. В моем случае, ну, не знаю, придут $1 000 000, предложат, ну, конечно, берите, пожалуйста. Но это не вопрос денег, это в данном случае... Вот и я про то, что вопрос... тут не в деньгах вопрос. А в моем случае я всегда смотрю, в какую коллекцию попадет работа. Мне важно, чтобы работа была представлена, пусть хотя бы в доме на стене, но она чтобы висела. Угу. И что... радовала глаз. Ну, если повезет художнику, если повезет зрителю, да, радовало. Или, по крайней мере, заставляло о чем-то подумать. Или, по крайней мере, переключить настроение. Эти картины и вообще, в принципе, искусство, у него же очень много задач и целей. И если хоть какую-то цель удается достигнуть, ну, значит, не зря занимаешься этим делом. Поэтому в моем случае я не могу сказать, что есть картины, от которых вот я, ну, я никогда от них не откажусь. Но есть картины, которым я придаю большее значение, потому что понимаю, что в моем творчестве они программные. Конечно, мне бы хотелось, чтобы они попадали в какие-то солидные галереи или в музеи, или собрания. Но... Ну, кто знает. Есть желание, возможно, будет и воплощение. Возможно. Да, мы не можем предугадать. Но, опять же, возвращаясь к твоему, такому, к твоему творческому такому занятию, преподавание. Вот интересное такое, я наблюдаю за тобой уже определенное время. Либо детки у тебя талантливые, либо ты хороший педагог. Ну, хочется верить, что да. совпало. Что привнесло преподавание в твою жизнь? Вообще преподавать начал еще, когда учился в университете. И это было классическое преподавание в изо-студии. Пусть короткий какой-то период, но он у меня был, и этот опыт, он очень важен. Но сегодня, когда вот мы оказались вот в условиях пандемии, оказалось востребовано онлайн-образование, дистанционное образование. И... Кстати, как ты его освоил? Я вообще не верил в него, потому что 2 года назад, когда мне моя подруга предложила вот организовать вот такие курсы... Такой формат? Да, я она сказала, что я первый отдам тебе свою дочь на... вот, дерзай. Дерзай, изучай этот формат. Мне казалось, что прикладной предмет рисования так не преподается. Но вот я уже 2 года преподаю, я вижу, с чего мы начинали, я вижу, как поэтапно идет у детей освоение этого материала. Самое главное, у нас уже было 2 выставки. Вот. Понимаете, то есть, видимо, не зря говорят, если есть желание, и будет результат. Потому что приходят дети, и тут мне повезло, и пусть оно будет и дальше так, которые хотят рисовать, и для которых рисование — это не обязаловка.
Каждый раз я им повторяю, что мы не в школе, что у нас нет вот этого обязательного домашнего задания, если не сделал 2, поведение, если недостойное 2. Мы очень много шутим, мы очень много смеемся в процессе. У нас уроки идут 1,5 часа, и за это время они мне и песни поют, и новости свои рассказывают. И я как человек пишущий, мне каждый раз, у меня лежит такой блокнотик около моего ноутбука, я просто готовые. Записываю их высказывания, потому что некоторые вещи есть. Ну, расскажи какой-нибудь интересный случай. У меня есть удивительная ученица, самая младшая вот среди всех, кто у меня сегодня есть. Ей недавно исполнилось 6 лет. Заниматься мы начали с 5. Ее зовут Алиса, она из города Санкт-Петербург. Она занимается театральным искусством, она занимается карате, и у нее вот дополнительно рисование. И талантливый человек. Удивительный ребенок. Я каждый раз с замиранием сердца жду, что у меня будет на уроке, потому что она актриса по своей природе, и у нее каждый раз какие-то перформансы для меня. То есть мы пока вот рисуем, когда-то что-то получается, когда-то нет. И вот был у меня с ней такой случай, когда не получалось. Вот после отдыха они как раз-таки приехали отдохнуть в городе Судак, и не смогла собраться. Ребенок не может собраться, и у нас не идет работа, и я начинаю нервничать, хотя я себе говорю, Шевке, терпение, терпение. Чему меня научило преподавание? Терпеть, терпеть и договаривать вот, свою мысль. И в этот момент я понимаю, что вот мне терпение отказывает, что у меня вот сейчас вот-вот, вы как преподаватель поймете, крыша вот меня сейчас покинет. И я держусь, и, видимо, что-то в моем лице Алиса увидела, и она сказала, а вообще я вам хотела сказать, что вот я недавно вернулась из Судака, и красивее места на земле я не видела. Знаете, у меня вот в этот момент как будто вот с моря, да, бриз подул, и я понимаю, что вот все мои нервы, все какое-то напряжение, все ушло. Весь напряг как рукой снял. Все, да, нужно, вот умеет договариваться, конечно, этот поняла, ребенок. Поняла, оценила, да, поймала, да. И нашла выход из положения. И как в свое время мой преподаватель Анастасия Михайловна Зинченко говорила, неизвестно, кто кого учит, мы их или они нас. Но вот в данном случае, конечно... Ну, то, что это обоюдно, я уверена, абсолютно. То, что в данном случае, преподавательская деятельность, она помогает расти как преподавателю, так и обучать студентов. Это, ну и в твоей деятельности тоже. И так каждый раз. У меня этих перлов насобиралось уже на маленький сборник. Ну, я думаю, что... Может быть. Ну, наверное, вот путь писательской деятельности. Да? А он как, с чего начался? Он начался с любви к сочинениям школьным. Проблем не было в школе никогда. Литература — это был мой предмет. И мой преподаватель уже здесь, в Крыму, когда я переехал в Крым, вернулся вместе с семьей в Крым, она не проводила открытых уроков, если меня не было вдруг по болезни. Для меня литература — это вот как... Ну, как часть жизни. Часть жизни, да. Причем такая весомая. Весомая. Постоянно читаю, постоянно узнаю новых авторов, стараюсь это анализировать. И сейчас, получая второе образование, по факту мы становимся литературоведами. По крайней мере, на сегодняшний момент мы изучаем литературу с точки зрения истории литературы. И теории. И теории литературы. И, конечно, то, чему... Это два таких больших кита. Да, да. Что нам дают, это удивительно. И для писателя это очень важно. Но как это началось? Рисование было гораздо раньше. И я думаю, что это началось... Я эту историю довольно часто рассказываю. Мода у нас в классе была. Мы вот как-то вот читали подростковые детективы и перечитали все, что можно было, и решили, что пора уже сочинять самим. Начать писать самим. И мы в классе поделились. У вас было несколько таких? У нас был класс. Вот удивительно, как классы подбираются. Да, вот что было, так это действительно любовь к чтению, потому что мы покупали вот выверенные книги, и они вот по кругу шли. Вот мы вот так вот читали. Но потом мы на какой-то момент поймали себя на мысли, что уже угадываем, что будет дальше, что нужно как-то менять подход. И вот решили, что мы сами справимся. Мода приходит, уходит. В основном у всех ушла, у меня вот с тех пор и осталось. И это где-то с класса 8-го я продолжаю... Писать не только детективные истории, не только любовные романы на основе каких-то исторических событий. Ну вот твой роман событий. «Любовь, ненависть, деньги». Это ведь тоже был детективный роман. Да, это семейная сага на основе детектива. С такой с необычным, неожиданным концом, тем не менее. Я старался. Да, действительно, получилось. Я рад, я рад. Скажи, пожалуйста, а вот это расхожее мнение о писательском вдохновении, оно существует?
Нужно ли поймать что-то за хвост? Наверное, оно существует, но в моем случае я на это не ориентируюсь. Я человек дисциплины. Если нужно, мы садимся и делаем. Если ты себе наметил, ты совершенно спокойно можешь сесть, определить сюжет. Я могу совершенно спокойно сесть, может быть, у меня что-то не получается. И знаете, вот у Бунина, у Гоголя были всякие вот фенечки, как бы сказали современным языком, как выйти из этого состояния. Вот они, например, писали: Бунин, Бунин, Иван Бунин, Иван Бунин, три страницы Иван Бунин, и тут что-то щелкает, и дальше начинаешь уже писать то, что тебе нужно. Есть более острые примеры, но я не думаю, что в формате передачи их нужно озвучивать. Гугл им в помощь. Да, суть такая, что если что-то не получается, нужно садиться и делать. Мне кажется, ну, мой опыт мне подсказывает, что вдохновение приходит не в начале пути, оно приходит в середине. Репин говорил, что самое тяжелое – это начать картину и закончить. А в середине – это такой адский труд. Титанический труд. Да. А вот в писательском моменте, мне кажется, что ближе к завершению приходит вот это вот вдохновение. Озарение. Да, озарение. И иногда перечитываешь какие-то фрагменты своих текстов, думаешь, ну, удачные. Конечно, их мало, но тем не менее, когда что-то удачное есть, думаешь, ну, неужели это я написал? Да, ну, вот. Это вот мне кажется, вот приходит. Это оно и есть. Да. Иной да. раз то ты читаешь и думаешь, интересно, ну такая. Но это уже в работе. Это не было уже такого, в процессе знаете, работы. Что идешь по улице, тут дерево тебе на голову упало, это о, все, стихи полились. Такого ну, у меня нет, не вот было. Как раз, кстати, о стихах в основном вот так и случается. Возможно, да, возможно. Они говорят, что просто рука пишет сама по себе, ну, по крайней мере, те... Я не пишу стихи, поэтому не могу сказать, как этот процесс выстраивается. Вот именно поэтому меня интересовало в твоем случае писательское вдохновение. Как это у тебя работает? Главное это пахать. Все-таки это труд. Да. Это большой, тяжелый труд. Конечно, это не вагоны разгружать. Нет, ну я не соглашусь. Иной раз вагоны разгружать оказывается легче, нежели заниматься интеллектуальным трудом. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Может быть. Потому что вот эта вот необходимость заняться чем-то практическим, которое просто помогает отдохнуть. Ты знаешь, а с чего ты начнешь и чем ты закончишь. А здесь, конечно, каждый раз. А здесь все по-новой. Но бывали ли такие случаи в твоей писательской деятельности, когда ты начинаешь произведение, у тебя уже загадан, ну, каким образом ты закончишь, но в процессе пути ты меняешь? Да, довольно часто, особенно в последнее время. Что является причиной? Почему? Я думаю, что материал диктует свое. Вот и я так думаю. Удивительным образом, потому что когда... Ты понимаешь, что тот загаданный в начале... Конец, он будет нелогичен, ну, либо неприятен читателям, меня либо он не будет волнует. Доставлять тебе удовольствие. Меня мало волнует собственное удовольствие, меня мало волнует читательское удовольствие, меня волнует что же тебя то, волнует? Чтобы произведение сложилось. Угу. Понимаете, ну, для того, чтобы оно сложилось, как... да, пазл. Пазл. И если оно сложилось, значит, в моей голове кусочек полочки освободился. И я могу, знаете, вот когда ты тонешь, вот это вздохнуть. Вот на какой-то оно. Период ты можешь хотя бы перевести дыхание. И вот то, что касается литературы, для меня на сегодняшний момент, последние года три, вот родилась идея, и она требует, чтобы она воплотилась в жизнь. И бывает... Ну, нет времени, нет возможности, а эта идея тебя не отпускает. И оно, в моем случае, оборачивается головной болью. Представляете, вот этот гвоздь, который у тебя в черепной коробке. И если я буду еще думать, а как же там читатели, а как же там еще кто-то? Ребят. Ты настоящий писатель в таком случае. Тебя волнует само произведение. Да. Да, если оно складывается, ну, тогда оно интересно и читателю тоже. Тут уже ты... Волнует тебя эта сторона, не волнует, она работает. Мне, конечно, бы хотелось, чтобы она находила отклик, но я не ставлю это во главе угла. Ясно. И именно поэтому, мне кажется, твои рассказы, они в любом случае интересны. Особенно твои рассказы о бабушке. Я помню, какой это вызвало интерес у интернет-публики, социальной сети. В любом случае, ты пишешь от души, это идет от сердца. Правильно? То, что касается близких тебе людей. И не только близких. Когда ты начинаешь писать о том, о чем не знаешь, твоя задача — собрать материал. Твоя задача — проникнуться этим материалом, чтобы это стали твои люди. Да. И ты уже их не оцениваешь как... Ну, это вот родные, я о них буду с душой писать, это не родные, я напишу нет, просто нет, как написать. Нет, нет, нет. Я, возможно, неверно выразилась.
Я понимаю, что ты как писатель в любом случае проносишь все эти произведения через себя. Хочешь ты того По-другому не бывает. Да, мне кажется, все так делают. Но когда родные люди, здесь вот этот вот генетическое родство, оно в любом случае, оно здесь играет свою роль. Да, да. Читать тяжело. Делает свое дело. И читать тяжело, конечно, потому что это... Я помню, меня просили записать, Бахшланс, попросили библиотека Москвы записать рассказ «Весна для птицы Феникс», как раз-таки бабушке посвященный. Да. Бабушке не стало более 10 лет назад, уже вроде бы должно было успокоиться, отболеть, да, уже не нарвать. И я совершенно с уверенностью взял этот текст перед камерой, знаю, что я его смогу прочитать. Я его прочитал, но если бы вы видели, это видно, каким трудом мне это удалось. Потому что этот ком в горле, потому что все, когда она создавалась, вот это вот 10 лет назад, оно вот так вот все всплыло, и, конечно... Это сложно. Самый такой серьезный вопрос, Шевкет. Вот. Ну, как по мне, любой писатель, он в своем произведении, возможно, даже неосознанно, пытается решить какие-то свои личные проблемы. И обнаруживает это уже когда заканчивает это произведение. И находит какой-то путь решения для себя, для своей проблемы. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя такой труд? Я согласен с вами, что действительно любой писатель, он, серьезный писатель, ищут, подходит к этому делу не просто создать какую-то развлекательную историю, которая забудется через 15 минут после прочтения, а если все-таки он стремится сделать что-то важное для себя в первую очередь, не о читателях думая, а о своей внутренней боли. О счастье говорить сложно, потому что счастье, оно не то, что сложно, оно, в общем-то, одинаковое для всех. А вот боль у каждого своя. И вот мы ее проговаривая, конечно, стремимся избавиться от нее. Ну, ты прям как по Толстому. Ну, действительно, Анна Каренина — это великий роман. И великое начало этого романа, что все... Если мы успеем, я хочу вот захватить с тобой этот... Меня, я открою тебе секрет, этот вопрос у меня родился именно благодаря творчеству Льва Толстого. Вот говорю тебе откровенно. Да, я думаю, ты понял. Удивляет. Да, я понял, откуда. Откуда ноги растут. Да, да, это я понял. А что касается моих произведений, ну, то, что про бабушку вы сегодня вспомнили. Конечно, для меня, я писал этот рассказ, когда бабушка ушла. Вот «Любовь, ненависть, деньги», роман. Там никаким образом не связано с крымско-татарским народом, да, история. Да. Но этот роман посвящен моей бабушке. И мне нужен этот роман был для того, чтобы пережить. Почему так много, мне говорят, у вас смертей в этой книге? Потому что мне нужно было каждый раз, возвращаясь к смерти, в разных, конечно, обстоятельствах, пережить то, что было, произошло со мной. Потому что для меня бабушка была одним из главных и до сих пор остается главным человеком моей жизни. И для того, чтобы продолжать идти уже без нее, вот мне искусство и литература помогла. Да, и вы не все, конечно, мои произведения знаете, но чаще всего... Сознательно, я думаю, что все-таки сознательно, я пытаюсь решить в них свои проблемы. Шевкет, не могу задать главный вопрос, наверное. Возможно, это сегодня главное занятие в твоей жизни. Культурная хроника. Что она для тебя значит? Это мое детище, которому вот совсем недавно исполнилось 7 лет. Это проект, посвященный культуре Крыма, культуре крымско-татарского народа. Мы нацелены на то, чтобы создавать культурное поле вокруг себя, проводя выставки, книжные презентации, организовывая концерты, у нас и такой опыт был, создавая интервью с различными деятелями культуры Крыма, крымских татар, для того, чтобы мы знали о том, что происходит у нас на полуострове, на нашей родной земле, и в надежде на то, что те люди, которые интересуются Крымом действительно по велению души, они любят эту землю, вот как моя ученица Алиса, которая сказала, что лучше она не видела, красивее места она не знает, чтобы они тоже узнавали о Крыме в более широком контексте, чем это часто мы встречаем сегодня. И для меня, конечно, культурная хроника, ну, я не могу сказать, что это главный проект, я не могу выделить что-то одно.
Я художник, я писатель, и я главный редактор культурной хроники. Вот это три коня или три повозки, я еще не определился, они меня тащат вперед или я их тащу, да. Но в любом случае это то, что занимает львиную долю моего времени. И давай, пожалуйста, навскидку, 5 твоих любимых художников и 5 любимых произведений. Художники, у меня ответ не меняется уже много лет. Это Тициан, Рубенс и Рембрандт. А если мы берем 20 век, это Пабло Пикассо. Если мы берем крымско-татарскую живопись, это Али Мусиинов, муж Заремы Ханум Тарасиновой. А насчет литературных произведений я не скажу, потому что их очень много. Я лучше назову, если позволите, авторов. Сомерсет Маэм, Бунин, Чехов, Юрий Трифонов, Эмиль Амид. Машалла. Ну, Эмиль Амид — это сегодня еще и тема моих научных изысканий. Тема твоих изысканий, научных, да, изысканий. Но не только поэтому я его назвал. Я действительно люблю то, что он сделал. Я думаю, наоборот. Ты начал заниматься им именно потому, что он тебе нравится как, да, автор. Да? Да. Удачи тебе, Шевкет. Аллаху алаки тырсын ишлерине. Сагылы телесердилер. Бүгінгі яйнамыз соңына етті. Біздің мұсафырымыз ресам, языджы, культурная хроника интернет-нешерінің баш мұарері Шевкет Кешфединов еді. Эфирде көрішкеніміз қадар сағылықнен қалыңыз.